Вот пока я читал этот уникальный текст, смотрю, сопровождала его Божья коровка сидящая, да? Идти на небо, да, если там, если даже все помнят присказку. Вот она наблюдает за процессом. Члены правительства, депутаты, общественники, почетные жители республики поздравляют Андрея Турчака. Новый глава республики Алтай вступил в должность. Клянусь народом республики Алтай добросовестно и ответственно исполнять возложенные на меня высокие обязанности главы республики Алтай, председателя правительства республики Алтай. За 3 месяца в статусе временно исполняющего политик федерального уровня Андрей Турчак доказал, что пришел работать серьезно. 2 раза объехал всю республику, лично познакомился с сотнями жителей, выслушал проблемы. Знаете, вот за 3 месяца уже конкретный результат, уже принятое решение. Мы видим вопросы по земле, которые решаются конкретно. Мы видим те поступления уже, которые определены, уже выделенные деньги на МРТ, на ремонт, уже введенные дома, которые, казалось бы, такой маленький срок, невозможно было решить. Эти лидерские качества помогли вам за короткий срок вникнуть в специфику региона и актуальные проблемы, волнующие ее жителей. Предложить новые подходы к их решению, заручиться поддержкой федерального центра. Всегда в жизни руководствовался принципом «лучше делом, а не словом». В республике, где сильно чувство патриотизма, а ее жители уходят добровольцами на спецоперацию, начали уделять большое внимание участникам СВО и их семьям. Если не могут получить там какие-то определенные выплаты, Андрей Анатольевич лично включается, дает поручение, он всегда держит это на контроле. Благодаря вашим инициативам увеличена единовременная выплата контрактникам, всем участникам специальной военной операции. Впереди у нового главы 5 лет работы и целый список проблем, давно требующих решения. В республике ждут решения земельного и мусорного вопроса, появления стабильного общественного транспорта, хороших дорог, введенных социальных, спортивных и культурных объектов. Сегодня требует особого внимания коммунальная инфраструктура, которой нужно заниматься и которую нужно обновлять. Мы большую работу провели по дорогам и на территории столицы региона, и в сельских поселениях, но много еще работы впереди. У нас с вами большой потенциал в развитии экономики, сельского, лесного хозяйства, туризма, транспортной и социальной инфраструктуры. И наша с вами общая задача – ускорить положительную динамику развития республики, повысить качество жизни людей. Эксперты считают, Андрей Турчак глубоко знает муниципальные проблемы и готов за них браться. Андрей Анатольевич среди населения, вот алтайской элиты, я бы так сказал, вызывает уважение. Он берется конкретно за решение проблем и смело, я бы сказал, смело их сегодня решает. Следующий шаг главы – формирование крепкой команды. В течение нескольких недель будет сформирован новый состав правительства, который, жители верят, поставит своей целью развитие республики. Ирина Корчагина, Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.